сказал. Смертельные схватки всегда были и всегда будут. Всю вселенную контролируют силы добра и зла. И зло решило уничтожить все, что относится к понятию добра. Злые люди жаждут мести, власти и вечной жизни. Уже много лет на Земле царит мир. Но теперь этому миру угрожает серьезная опасность. На этот раз зло стало двулико. Известный и могущественный колдун Хуан Ши сбежал из своего подземелья. Он знает много магических секретов. Он знает, как вызвать непобедимую армию давно забытого царя драконов. Более того, он заключил союз с одним из наших наиболее опасных врагов, Шан Со. Вдвойне укрепив свои силы, они решили прежде всего нанести удар по двум целям, которые могли бы предотвратить взятие ими Земли под тотальный контроль. Первой целью стал император Шокан. Атака последовала незамедлительно. Затем враг отправился за Луканом, великим и могущественным воином, чемпионом по смертельному бою. Враг был полон решимости поглотить душу великого воина. При помощи Куан Ши они добились своего. Лукан погиб. С помощью душ покоренных воинов колдун решил вызвать царя драконов и его непобедимую армию. Если им удастся это сделать, тогда весь мир будет в его руках. Тогда их уже невозможно будет остановить. Я больше не могу ждать и смотреть на то, как зло пожирает наш мир. Я, как старший страж, хочу поднять вас на битву. Настал час отстоять нашу землю и нашу свободу. Мы должны разбить этот союз зла. Round one. Fight! Hi-ya!
flawless victory. Round two. Fight! Round one. Fight! Round two. Round one. Fight! Scorpion wins. Round two. Fight! Fire!
Fatality.